Ребята, всем привет! Вы на канале Рисунки по клеточкам или Pixel Video. Сегодня мы нарисуем робота Метатона из Undertale. Так, вот отсюда начинаем. 19 клеточек бок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Две клеточки в бок. Ниже одна клеточка. С этой стороны также две клеточки в бок. И одна клеточка. Ниже рисуем 27 клеточек бок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Вот тут мы рисуем 23 клеточки вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. С этой стороны тоже 23 клеточки вниз. Семь клеточек вниз. 3, 4, 5, 6, 7. С этой стороны тоже 7 клеточек. 4, 5, 6, 7. Ну и тут мы соединяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 клеточки. Вот тут мы отступаем 3 клеточки вниз. 1, 2, 3 и 2 в бок. И рисуем 20 клеточек в бок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 клеточку рисуем. Вниз мы рисуем 12 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. С этой стороны тоже 12 клеточек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тут соединяем. Девятнадцать клеточек. Теперь мы тут две клеточки пропускаем и тоже рисуем 19 клеточек в бок. Две пропускаем, еще 19 клеточек в бок. Еще две пропускаем, а еще 19 клеточек в бок. Вот тут три клеточки пропускаем, рисуем 2. Тут 2, тут 2 и вот тут 2. Еще три клеточки пропускаем, также рисуем по 2 клеточки вниз. 3. Раз, два, три. Получается, три остается. Все правильно. Теперь мы тут одну клеточку пропускаем, рисуем три клеточки вниз. Вот тут тоже три клеточки вниз. Вот тут мы соединяем. 9 клеточек. Внизу тоже 9 клеточек соединяем. И через одну рисуем. Вот тут одну клеточку пропускаем, рисуем две клеточки. По одной клеточке вниз, тут две клеточки. Тут одна. Ниже две, одна, тут две клеточки. Тут по диагонали тоже две клеточки. Теперь тут одна, две, одна, две, одна, две и одна клеточка. И вот тут по диагонали тоже две клеточки. Одна, две, одна, две, одна, две и одна. И вот тут мы рисуем две клеточки. С этой стороны также одна, две, одна, две, одна, две, одна. И вот тут мы рисуем две клеточки. Теперь мы тут рисуем 5 клеточек вниз. 3, 4, 5. Тут 5 клеточек вниз.
И вот тут 5 клеточек вниз. 2 клеточки по диагонали. 3 клеточки вниз. 2 клеточки по диагонали. И 3 клеточки вбок. Тут 2 клеточки по диагонали. 3 клеточки наверх. 2 клеточки по диагонали. Внутри мы рисуем 3 клеточки. Тут 3 клеточки. Тут 3 клеточки. И вот тут 3 клеточки. И тут мы 3 клеточки рисуем. Тут 3 клеточки. И вот тут по одной. Теперь рисуем руки. Вот отсюда 3 клеточки вбок. 2 клеточки вниз. 1 по диагонали. 2 клеточки вбок. 3 клеточки наверх. Вот тут 3 клеточки вбок. 5 клеточек вбок. Тут 1 клеточка по диагонали, 1 клеточка. Вот тут 1 клеточка. И вот тут 3 клеточки вбок. 2 клеточки вбок. 1. 2 клеточки наверх. 3 клеточки наверх. И вот тут мы соединяем 1, 2, 3, 4 клеточки. 3 клеточки по диагонали. 2 клеточки наверх. Вот тут 2 клеточки наверх. Тут 1 клеточка. 4 клеточки наверх. 1 клеточка. 3 клеточки вниз. 1 вбок. 4 клеточки наверх. 1 по диагонали. 4 клеточки вниз. 1 вбок. Вот тут 2 клеточки. И тут по диагонали 2 клеточки. Это одна рука. Теперь с этой стороны рисуем руку. Абсолютно так же, только с этой стороны. 3 клеточки. 2 клеточки вниз. 1 клеточка. 5 клеточек вниз. Вот тут 1 клеточка. 2 клеточки вбок. Ниже 5 клеточек вбок. 2 клеточки по диагонали. Тут 2 клеточки наверх, а тут 3 клеточки наверх. 3 клеточки вбок, 1 вниз, 2 клеточки наверх и 1 вбок. И тут соединяем 4 клеточки. 3 клеточки по диагонали, 2 клеточки наверх, еще 2 клеточки наверх, 1 клеточка по диагонали, 4 клеточки вниз. 2 клеточки вниз. Вот тут 2 клеточки по диагонали. И вот тут 4 клеточки наверх. И 1 по диагонали. 1 клеточка. 3 клеточки вниз. 1 по диагонали. 4 клеточки вниз. И вот тут 1 клеточка. Все, теперь разукрашиваем. Берем желтый фломастер и закрашиваем вот эти 6 клеточек. Вот эти 6 клеточек. Эти 6 клеточек. Вот эти 6 клеточек закрашиваем. Теперь берем красный фломастер, закрашиваем вот эти. Вот эти красным цветом. Вот эти 5 клеточек закрашиваем желтым цветом тоже. Серым фломастером мы закрашиваем вот эти 3 клеточки, вот эти 3 клеточки, вот эти, и вот это. С этой стороны также.
коричневым цветом закрашиваем вот эти клеточки. Желтым цветом еще закрашиваем вот эти клеточки. Еще серым фломастером закрашиваем вот эти три. Одна, три, одна, три, одна и три клеточки. А крестики закрашиваем черным цветом. Ребята, вот такой метатон из Undertale у нас получился. Если вам понравилось видео, подписываемся на канал, переходим по хэштегу, там смотрим видео, делимся видео с друзьями. Все, пока. Пока-пока. И обязательно нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все, пока. Пока.